Извержение на Гавайях. Потоки лавы достигли океана. Попадание вулканической лавы в морскую воду привело к химической реакции, образовалось токсичное облако. Лава из извергающегося на Гавайских островах вулкана Килауэа достигла побережья Тихого океана. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 21 мая. Потоки лавы распространились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Попадание лавы в морскую воду привело к химической реакции, образовалось токсичное облако. Местные власти рекомендуют местным жителям и туристам не приближаться к районам близ вулкана. Напомним, 17 мая на Гавайях произошло новое извержение вулкана Килауэа. Оно сопровождалось мощными взрывами, которые закрыли небо пеплом и дымом. Один мужчина был госпитализирован из-за ожога ноги при соприкосновении с лавой. Он был на балконе третьего этажа своего дома, когда брызги от лавы попали ему на ногу. Ранее власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в связи с извержением вулкана Килауэа. Распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Потоки лавы уничтожили десятки домов. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.